Здравствуйте, на связи с вами Евгений Казакеев. И сегодня я покажу вам несколько серий из сочетания и комбинации ударов руками и прямой ногой фронт-кик. Первая серия используется как для атаки, так и для контратаки. Бьем левой ногой фронт-кик и добавляем двоечку из прямых ударов руками. Раз, два, три. Заметьте, левая рука должна, удар левой рукой должны нанести в момент постановки левой ноги после удара фронт-кик на пол. Ударили. Раз. Смотрите. Раз. Ударили. Раз, два. Раз, два. Удар. Раз, два. Удар. Раз, два. Ударили. Раз, два. Удар. Раз, два. Удар. Раз, два. В момент удара левой ногой фронт-кик ни в коем случае правая нога не должна становиться на носок. Не должны на носок становиться. Стоим на полной ступне, чтобы была опора жесткая. Удар. Раз, два. Вторая серия используется в момент атаки противника. Делаем двоечку на отходе. Раз, два. И добавляем правой ногой фронт-кик. Раз, два. Раз, два. В момент отхода шагаем. Можно начинать сразу с левой ноги шагать. Раз, два. И добавляем. Или можно левой ногой не шагать. Если не успеваете, просто встречаем левой рукой. Раз. Правую руку отшагиваем. Два. И бьем ногой. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Удар. Раз, два, удар. Раз, два, удар. Раз, два. Третья серия у нас состоит из двух ударов фронт-кик, следующих один за другим. Эта серия вы отталкиваете своего противника, сбиваете его замыслы и заставляете защищаться, прижиматься канатом для удобного продолжения своей атаки. Раз, два. Раз, ставите ногу. Второй удар. Раз, два. Раз. Раз, два. Четвертая серия. Отбив лево предплечьем левой руки, прямого удара левой ногой противника. И далее следует свинг правой рукой в голову.
Свинг, если вы не знаете, это длинный удар, такой полубоковой, полупрямой. Наносится с размахом. Итак, отбив предплечьем левой руки прямого удара фронткика противника. Отбив левой рукой, левой ноги фронткика противника. Отбиваем. Соответственно, он разворачивается боком к нам. И отсюда наносим свинг. Отбиваем. Наносим. Отбиваем. Наносим. Отбиваем, наносим. Отбиваем, наносим. Следующая серия. Отбив влево предплечьем левой руки, прямой удар правой ногой теперь противника. И правой рукой добавляем прямой, подсаживаясь в корпус. Наносит правой ногой фронт-кик. Соответственно, отбивая, вы заставляете противника, вот он наносит, вы его отбиваете, заставляете остановиться в таком положении. И отсюда вам удобно будет пробивать корпус. Отбиваем, подсаживаемся, бьем. Отбив, удар. Отбив, удар. Отбив, удар. Отбив, удар. Шестая серия, последняя на сегодня. Отбив вправо предплечьем правой руки, прямого удара правой ноги противника. Отбиваем вправо. Становится он боком правым к вам. И отсюда левой рукой боковой пробиваем в голову, а правой рукой снизу добавляем. Отбив боковой снизу. Отбив боковой снизу. Боковой снизу. Отбиваем боковой снизу. Отбиваем правой рукой, левой сбоку, правой снизу. На связи с вами был Евгений Казакеев. Спасибо за просмотр. До новых встреч!